Привет, друзья! Сегодня мы продолжаем делать нашу ось для капиталистического станка. Я изготовил закладные. Мы можем видеть их здесь. Просверлил в них все отверстия. В опорах нарезал резьбу. Закладные будут заделываться в бетон, заливаться им. А к ним уже будут прикручиваться наши опоры, в которых будут крепиться оси. Сейчас мне предстоит все это собрать. Вот, товарищи, к чему приводит невнимательность. Оказывается, забыл сделать пазы по головке винтов. Вот такие винты из нержавейки. Ими будет крепиться сама ось к станку. Места у меня мало, и головки должны находиться на самой грани опоры. Вот тут. Видно на просвет. Так я примерно выставил. Сейчас даже закручу, чтобы было лучше видно. Вот я прикрутил. Видно, где должен находиться винт. То есть на самом краешке. Вот тут мне нужно будет сделать выемки. Это уже второй день моих съемок. Я сделал все карманы под винты, чтобы их можно было вставить, так как отверстие у меня практически под опорой. Также тут канавочки для ключа. По сути, я уже все подготовил. Все детали. Можно приступать к заливке бетона. На данный момент уже поздно. Солнце село, снимаю под лампой. Поэтому видео с заливкой, скорее всего, выйдет завтра, либо послезавтра. Пока все.